Стать народным избранником теперь проще. Украинские нардепы упростили регистрацию для кандидатов в депутаты на местных выборах. Теперь подавать справку о несудимости в избирком не обязательно. За соответствующий законопроект проголосовали 325 народных депутатов из 226 необходимых. Глава Одесского областного комитета избирателей Украины уверяет, что эта справка и так ничего не осложняла. Справка о несудимости кандидатов отменена, потому что, ну, на самом деле она и не нужна, по большому счету, потому что когда кандидат становится депутатом, то в любом случае он должен предоставить подобную справку и производится проверка. На этапе баллотирования это не имеет критической необходимости. Но мнения разделились. Есть и те, кто против отмены, потому что именно так можно сразу отсеять тех, кто рано или поздно был бы лишен депутатского мандата из-за судимости. Но мы же говорим о кандидатах в депутаты. Мы же говорим о людях, которые будут представлять в органах местного самоуправления населения, в данном случае одесситов. Я думаю, что эта справка нужна была. Избиратель не знает практически, кто будет депутатом на его округе. Выбирают партию. И в этой ситуации, когда уже избрали депутатом, приняли решение, Центральная избирательная комиссия подтвердила это решение, у нас окажется, что есть люди, которые судимы, у которых не погашена судимость. И, конечно же, эти справки, они нужны. Такую справку можно получить в течение 30 календарных дней со дня поступления запроса. Народные депутаты Украины утверждают, что указанный срок может существенно помешать кандидатам в депутаты на местных выборах быть зарегистрированными, что является ограничением в реализации пассивного избирательного права. При этом справка о наличии или отсутствии судимости требуется не от всех. Согласно действующему законодательству, она и не нужна была для избранников территориальной общины с населением меньше 10 тысяч человек. Отмечу, что подать документы на регистрацию кандидатам в депутаты можно до 24 сентября. Юлиан Аксенов, Игорь Исаенко, Владимир Ивжич, телеканал «Репортер».